события развиваются таким способом. Мы пришли и посмотрели, потом мы по своим источникам узнали, что была прокурорская проверка вчера, а уже с вечера люди позвонили, видят, что есть пожар на Дееевской свалке. Люди стали звонить в ГОЧС, по другим телефонам. И как результат, город весь накрыло облаком дыма, которым невозможно дышать, разъедает. И это облако дыма до сих пор распространяется, потому что потушить не могут. А ее накрыло Соколовка, Мирный, Шлаково. И до, если сейчас ветер не поменяется, он сейчас до Дашков дойдет, до 5-го, до 6-го микрорайонов. Сейчас пока он только в 5-м микрорайоне этот дым распространяется. Но здесь вот мы сейчас находимся около Химволокна. Здесь, конечно, вот полная катастрофа. Опять вот это запах гари покрышек, гари какой-то кислоты и нефтепродуктов, смесь. Вопрос в том, что мы об этом знали, мы все это видели, и вдруг какая-то случайная загорелась свалка. И оказывается, что нашу свалку, наши службы спасения сутки будут тушить. Но у нас же как-то тушат на нефтезаводе пожары, там более серьезные бывали вспышки. А у нас какую-то свалку, с ней опять победить, ее победить не могут. И опять наверняка не найдут виновных.